Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Невнимательность взрослых ведет к гибели детей. По данным госавтоинспекции Тувы, за 6 месяцев текущего года произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. При этом анализ аварийности показывает, что в большинстве случаев дети страдают по вине взрослых, которые грубо нарушают правила дорожного движения. У нас наметилась тенденция к снижению количества ДТП. Вот незначительно, но они стали снижаться. Количество погибших уменьшилось. И незначительно снизилось количество раненых. И с начала июля эта тенденция продолжалась, но, как было уже озвучено, буквально два дорожно-транспортных происшествия унесли жизни 17 людей, из которых 10 детей. Два трагических случая, в котором погибло 10 детей. Поездка из Чебанской стоянки в село Шуй Байтайгинского района не предвещала беды. Все как обычно, в машине взрослые, а на их коленях дети. Но, увы, машина не смогла проехать через брод, в результате погибло 7 детей. Второй случай – автодорога Кызыл-Эрзин. Отечественная машина, в которой также перегруз. ВАЗ попадает в ДТП, в результате которого на месте происшествия погибло трое детей. Оборванные по неосторожности или невнимательности взрослых жизни можно было спасти. Тут уже не важно, где ребенок находится. Впереди у матери на руках, сзади у матери на руках, да, руки. Мамы, конечно, они нежные и ласковые, да, но они никак не могут уберечь при столкновении, а наоборот ухудшают, потому что тело матери всю нагрузку, да, переносит уже тело ребенка, просто не остается шанс. У нас первый ребенок в 2019 году погиб как раз на территории Вилхемского района, когда тоже бабушка с дедушкой везли внука, да, и совершили наезд настоящее транспортное средство на грузовик. Так в этом случае тоже бабушка сидела с ребенком на руках впереди, на передней. Возможно, если бы она села бы на заднее сиденье, хотя бы пристегнула себя, то в ДТП аналогичной тяжести дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей за редким исключением не рассчитаны на защиту детей-пассажиров. Поэтому при перевозке малышей обязательным является использование детских удерживающих устройств. Получение травмы взрослым человеком и ребенком, он существенно отличается. Как вы понимаете, у детей масса тела в преобладающем количестве небольшая. Но у детей самая тяжелая часть – это голова. Голова у детей большая. И в основном дети получают черепно-мозговую травму при тех или иных дорожно-транспортных происшествиях. То есть это достаточно серьезная травма. Как вы понимаете, у маленьких детей кости черепа, скажем так, да, образно, не полностью закрыты, да? То есть голова у ребенка очень уязвимая часть. И при малейшей травме, конечно же, последствий избежать не получится. После произошедших в регионе трагедий общественность республики в социальных сетях запустила акцию «Пристегни свою жизнь», где они рассказывают об элементарных правилах безопасности на дороге, в частности, пристегивание себя и детей ремнями безопасности. Самое главное то, что ремни безопасности спасли немало жизней и продолжают молчаливо выполнять это полезное дело. Всегда пристегивайтесь и не нарушайте правила дорожного движения. Вы закон не нарушайте. Прежде чем пуститься в путь, пристегнуться не забудь. Это ведь совсем не сложно. Пристегнул и ехать можно. Я пристегнулся, а ты? Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать детей, не забывая пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров, независимо от дальности расстояния. За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, а за неиспользование ремней безопасности – 1000 рублей для водителей и 500 рублей для пассажира. Но никакая сумма не сравнится с человеческой жизнью.
На сегодняшний день АО «ТВА Связьинформ» завершила строительство волоконно-оптической линии связи до села Сук-Аксы Сутхольского района и до села Хандагайты Авюрского района в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории республики. Дополнительно в строительный сезон 2019 года в рамках собственного инвестиционного проекта для развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории республики с 15 июля началась прокладка волоконно-оптической линии связи между населенными пунктами села Кундустук Кахемского района и села Туарахем Тоджинского района общей протяженностью 165 километров. Компания планирует реализацию проекта в течение 2 лет с завершением в 2020 году. В Туве пройдет второй международный этап конкурса военных водителей. Тува примет участников второго международного этапа конкурса «Военное ралли 2019» в рамках армейских международных игр, который пройдет в республике с 4 по 10 августа. В них примут участие 5 команд – России, Республики Узбекистан, Беларусь и Китайской Народной Республики, сообщает начальник штаба конкурса «Военное ралли» подполковник Дмитрий Некрасов. В Туву уже прибыла сборная команда России, куда вошли победители российского этапа конкурса – Центральный военный округ и Северный флот. В настоящее время российская команда занимается подготовкой техники не только для себя, но и для зарубежных участников. На своих машинах с колесной формулой 6х6 будет только команда из Китайской Народной Республики. Остальные команды – на российской технике с колесной формулой 4х4. В Туву команда и техника должны прибыть военно-транспортной авиацией 26 июля. Торжественное открытие конкурса состоится 4 августа. Со следующего дня стартует первый этап – индивидуальная гонка. Всего в конкурсе 4 этапа. Защита комплексного плана социально-экономического развития Республики Тыва до 2025 года стала первоочередной задачей правительства региона. К концу июля Тува должна предоставить Минэкономразвитию России сформированный комплексный план, который уже сформирован и направлен в федеральное ведомство. Наступает активный период согласования пунктов плана в федеральных министерствах и ведомствах, отметил глава Тувы Шалбан Караол. Комплексный план состоит из 6 приложений, включает 297 мероприятий. Определены 74 целевых показателя, 83 организационных вопроса по выравниванию условий, определены 55 приоритетных инвестпроектов, 159 инфраструктурных проектов, 101 из которых – обновление социальной инфраструктуры. Составлен сетевой план-график реализации мероприятий. Далее цитата. «Подготовка комплексного плана социально-экономического развития республики – вопрос номер один для нас, связанный с привлечением инвестиций. Нам нужно согласовать 297 мероприятий, которые отражены в плане. Мы имеем благоприятное отношение к республике со стороны премьер-министра России, министра экономического развития и других министров. Не ослаблять темпа в этой работе. Об этом мы договорились», рассказал глава Тувы. Также он потребовал от коллег приступить к подготовке отчета правительства перед населением. «Мы всегда отчитывались жителям республики. Это наш закон и традиция». Конец цитаты.
объявлен конкурс на получение мер социальной поддержки в виде единовременных выплат отличникам учебы по итогам зимней и летней сессии, обучающихся в образовательных организациях среднепрофессионального образования и являющимися участниками проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» в размере 5000 рублей. Критерии отбора на получение единовременных выплат отличникам учебы по итогам двух последних экзаменационных сессий в размере 5000 рублей. А. Наличие отметок «отлично» по всем дисциплинам по итогам двух последних экзаменационных сессий. Обучение в образовательной организации среднего профессионального образования. В. Отсутствие академической задолженности по итогам экзаменационных сессий. Г. Отсутствие лиц в семье, имеющих высшее образование в трех поколениях. Д. Участие в проекте «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». Е. Наличие полного перечня документов. Претендент до 9 августа предоставляет Министерство образования и науки региона лично, либо посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении документы. В детском оздоровительном лагере «Байлак» у озера Чагатай в Тандинском районе Тувы проходит вторая профориентационная смена «Вверх просмена», приуроченная к Году человека труда. Для проведения профориентационных занятий была оборудована метеоплощадка, на которой установлены метеобудка со всеми полагающимися измерительными приборами, с термометром для определения температуры в тени, с гигрометром, прибором для определения влажности воздуха, флюгером для определения направления ветра, ветряным рукавом для обозначения силы ветра, а также и солнечные часы, осадкомер, прибор для определения количества времени выпадения и интенсивности осадков. Кроме того, вывешены баннеры, атлас облаков, шкала Бофорта и посажены цветы и синоптики. Каждое утро дети из дежурного отряда проводят наблюдения за погодой в определенной последовательности с занесением результатов в дневник погоды и сообщают сводки на утренней линейке. Метеоплощадка стала изюминкой, маленькой экосистемой детского оздоровительного лагеря «Байлак». Проект направлен на развитие у детей любознательности, внимания, логического мышления, воспитывает представление об универсальной ценности природы и создает благоприятные эмоциональные условия при ознакомлении с родным краем. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 29, плюс 31 градус.